Самая надежная машина российской сборки. 18 лет. Нигде ни разу ничего не делал. Только карбюратор сменил. Там должна быть масса, папа. Дедушка, там масса где-то. Он со мной спорит. Он со мной спорит. Кто? Он. Ну, дедушка. А что он с тобой спорит? Тут у меня удочки. Тут у меня очки. Брызгалка. Брызгалка. Все, в любую дорогу. Дай прокатиться-то. Нет. Ты тут три педали. Не туда уедешь. У меня тоже три педали. Дедушка. А, массу выключить. Чтобы я не угнала. Массу надо выключить, конечно. Покажи, где масса. Видишь, я говорю, там какая-то пипочка у него. Если массу не выключишь, дедушка, что будет? Масса всегда с правой стороны. Что будет, если массу не выключить? Ну, может аккумулятор подсесть. Все. Чао. Ну все, я не права была. Она самая надежная, да? Но не комфортно. Там даже кондиционера нет. Какой кондиционер? Ну, Маша, ты о чем двери говоришь? Открой, вот. Двери, форточки открой. Так форточки только вот эти открываются. Эти-то не открываются, считай, что не открыть их. Если не умеешь ездить, конечно, застрянешь.